Всем привет! Сегодня 15 июня. Сейчас поснимаем наших самцов. Кинул полосочком. Сейчас налетят все. Стесняется пока еще. Так вот, скоро уже долиняют, сейчас они в активной линьке. Тут у меня два выводка в перемешку. Одни февральские, другие, по-моему, там майские, уже не помню. Надо смотреть, там записано. Ну а ты че, дружок? Валера? Наелся, нет? Че ты хочешь, зелень поесть? Или на телефон прыгнуть опять? Внизу прям этот объелся и закормили. Вот, благодаря Валерию и других приручаем птичек. Смотрят на него и уже подходят поближе, не боятся. Ну, черноголового сейчас уже осмелел. Ну, он что-то пролетел сюда. Пробуем приручить других. Вот, не боятся, уже подходит. Благодаря Валере. Так и всех можно приручить. Вот Валера вместе со всеми теперь. Чтобы ему скучно не было. Садил его, клюет во всех. Молодняк вон тоже там налетел.
дербанят там внизу. Кушали. Теперь нужно искупаться. Валера уже искупался, теперь он мокрый сидит на телефоне. Сейчас эта банда вся залезет сюда. Колесо у них там все как положено. Ну, вот так надо, сразу по пояс залез. Самцы уже тут вытворяют друг с другом, кто круче у них танцует. Ну а здесь у нас самочки летают. Это вот самцы были. Это самочки. Там еще пищат. Опять желтенькие будут. Там 5 птенцов. Здесь 4. Снег тут летает. Валера любит, когда его гладят. Да, Валер? Говорит, гладьте его. Погладьте меня. Балдеет весь тут. Любит, когда его гладят. Целый день, говорит, гладьте, мне больше ничего не надо. Как кошка, да, Валера? Кошка? Балдеешь? Ну, сядь нормально. Балдеешь? Балдеешь, балдеешь, да? Балдеешь, скажи. Я как кошка, балдею. Ну все, хватит. На этом хорошего понемножку. Да? Или еще хочешь?
Угу.